он не покончил. На каком основании он там находится? Кто вы такой? Кто вы такой и на каком основании находится ваш там вагон? Там мне кажется, что погонщик. А хотеть-то не вредно. А вы можете представить? Вы можете представить? Ну, куда нас мы приехали? Михаил снимает. Я могу разобраться. Я верю в правду, я бы представился. А так під парасолькою боротьби за якісь участки, за права на ділянки, все таки перевертається в якісь такі ділянки економіки. Когда буду судиться с человеком, который перевернул мой вагон, я в суде покажу, что у меня есть информация, когда на время перевернул. А у меня есть свидетель. Слушай, я в суде все скажу. Так вот, до встречи в суде. До встречи в суде. Все, извольте, сударь, будьте нам здоровы. Я же вам даже претензий не имею. Сейчас уже на пути подъезжает Белгород-Днестровская опергруппа. Постойте сейчас, еще пообщаемся с ними. Ради постойте, подождите. Вы что думаете? Мы ничего не боюсь. То, что мы думаем... Ну кто вы такой? Представьте, что вы такой? Я ничего не ворую. Ваша фамилия? Вот этот человек... Повредил мою ему. За рычагами сидел я. А не послушайте, если. Я сидел за рычагами. Если под видом борьбы со справедливостью, если вот так будет справедливость у нас организовываться, то есть я приезжаю, смотрите, стоит ваш вагончик. Да не будет машина, вагончик стоять. Не будет. Это вы на грецы ставите, где вам думается. На заповедной земле. Там территория. Вы знаете, что заповедная территория? Вы знаете, что там заповедное урочище Днестровские панки? А чё ж вы не разрушаете? Не надо тыкать дома, туда. Вот каждый отвечает за свой базар, за свои деньги, лично сам. Не надо тыкать пальцем. Слушайте, я ж не боюсь. Ну, так у вас тем более никто не боялся. Я не верю вам. Так вы представьте, что я не верю вам. Так а при чем тут питание? Не веру. Кто вы такой? Как вы достали? А может вы выгнали Валентина и просто захотели там я вже вбитий просто. Ні, я просто свою. Ні, дивіться, як ви перекрутили. Я вже когось почув.